Я вас категорически приветствую. Поступают вопросы. А что еще можно приготовить в большом зеленом яйце, кроме курицы? По рецепту Памелы Андерсон. Докладаю, в большом зеленом яйце приготовить можно практически все. Например, любого морского гада. Сегодня в наших кулинарных лапах гребешок. Это он. Русскому человеку при слове «гребешок» немедленно начинает мерещиться гребень, а за ним петух и другие интересные вещи. Объясняю, данный гребешок никакого отношения ни к гребням, ни к петухам не имеет. Кстати, обращаю ваше внимание, что слово «панк» в американской разновидности английского языка обозначает именно гребня, то есть тюремного гомосексуалиста. И когда человека в американских фильмах обзывают панком, нетолерантно. Повторяю, наши гребешки никакого отношения ни к гребням, ни к петухам, ни к панкам не имеют. Наш гребешок – это приводная мышца двухстворчатого моллюска. У моллюска, как известно, ракушка состоит из двух половинок. И вот мышца, которая соединяет эти две половинки, это вот как раз и есть гребешок. Он клацает ракушкой и в случае нужды может уходить от погони. Работая гидравлическим приводом, ракушка убегает. Используется сама ракушка в христианской символике и даже на логотипе одной известной топливозаправочной компании. Не будем называть ее имя. Итак, что же мы можем сделать с гребешком? Гребешок потребителю поступает замороженным. Перво-наперво его надо разморозить, то есть положить в обычное отделение холодильника. Ну, у кого есть нулевая камера, можно запихать туда. Когда гребешок оттает, его надо промыть, и после этого он окажется перед тобой на столе. Дабы подготовить его к процессу зажарки на гриле, сначала его надо слегка замариновать, чем мы сейчас и займемся. У нас есть специальная миска для этого дела. Дементий, воды. Хорош. Замаринуем мы его в лимонном соке. Так я думаю. Для этого у нас есть лимон. Готово. Итак, гребешки погрузились в воду, жмем туда лимонный сок. Этого, в общем-то, достаточно. И последние 10 минут своей жизни гребешок проведет в кислотной ванне. Засечем. У нас для этого есть специальный таймер. Ждем 10 минут. Десять минут прошло, гребешок созрел. Перво-наперво его надо подсушить. Далее берем вымоченные в воде деревянные шпажки. Ну, для того, чтобы они якобы не сильно горели. Поскольку гребешок нежен, то лучше насаживать его на две шпажки сразу. Насаживать надо с некоторым интервалом. Ну, я бы сказал, сантиметра 2-3. На каждую шпажку я насажу по 3 гребешка. Вот, собственно, готово. Устанавливаем правильное расстояние, упираем в живот и насаживаем гребешка. Стремительно и бескомпромиссно. Это называется научная организация труда. Затем, чтобы они не прилипли к решетке, я бы их чуть-чуть обдал маслицем оливковым. Не знаю, как это скажется на вкусе, но, в общем-то, на мой взгляд, лучше, чтобы к решетке не прилипало.
Далее гребешок. Нуждается в специях. Многие любят соль. Лично я соль не очень. Ну, посолить можно. Положительно отношусь к черному перцу. Еще более положительно отношусь к красному перцу, но его надо совсем чуть-чуть. Переворачиваем. И еще раз делаем все то же самое. Соль. Черный. Красный. Нетрудно заметить, что у нас задействована вся гамма. Ну что, пора сажать на огонь. Открываем яйцо. И запихиваем. В яйце у нас, как обычно, 200 градусов Цельсия. Гребешок дает ароматнейший дым. Повеяло жареным морским гадом. А! На вторую сторону даем минутку. Она вышла. И, похоже, продукт готов. Дементий, метнись-ка в подвал, принеси что-нибудь к морским гадам, только сильно пыльное не бери, что-нибудь помоложе. Разрешите бегом? Давай. Да что ж такое-то, господи. Вот так вот у нас в подвалах-то происходит. По-моему, слишком молодое. Давай это. Пить опять предлагаешь из носика? Большой под красное, маленький под белое. С вашего позволения, я его протру. Подвал у нас хороший, ваше здоровье. О. Что я могу сказать? Зажарен грамотно. Тут тебе легкий лимон. Соли достаточно. Острота. Как я люблю. Я все люблю есть с красным перцем. Масло не повредило. Консистенция нежнейшая. Нежность гребешка вообще трудно описать словами. Настолько он хорош. Если заманиваешь домой девчонок и хочешь их удивить гребешком, белым вином,
бери то другое, не раздумывая. Люди задаются вопросами, что делать русскому православному человеку, в то время как ему объявлены жестокие капиталистические санкции. Его лишили всех деликатесов, у него отняли все. Это неправда. Наш православный деликатес. Покупай, зажаривай, дожри. Он прекрасен. Опять-таки для сомневающихся. Практически все то же самое можно проделать в обыкновенной духовке. Духовка у тебя дома есть? Гребешки в Питере. Я покажу, где брать. Вон там линк будет. Чудесный вечер и отличная еда из морских гадов обеспечит тебя замечательнейшее времяпрепровождение. А на сегодня все. До новых встреч. Главное, ушел.